ты помнишь, да, такой рассказ? Берешь, например, какой-то интересный рассказ, да, берешь тетрадку и начинаешь выписывать, вот что в рассказе написано. Начинаешь писать. Здрасте, здрасте. И все. Это вот учится каллиграфии. Потом можно очень. Здоров, здоров, привет. Сейчас я не могу. Вот эта каллиграфия классная штука. У нас сегодня и Юра пришел, и Дамир. Красавчик. Сегодня оба. Точно будут соревноваться. Сегодня, ну, насчет соревнований по желанию опять. Вдруг по они... борьбе. А? По борьбе. А, по борьбе. Ну это опять по желанию. Кирюха, сам главное, никого только не заставляй. А то меня можешь, Сергея Сергеевича, заставить бороться. Скажи, Сергей Сергеевич, ну к вам бороться. Может быть, Юра и Дамир, они выздоравливают. И сейчас не надо им загружаться, да, Юрец? Юр, тебя что так давно не было? Выздоровел? Юрец, что так тоже неделю целую пропускал? Сейчас отдохну, пока больно. Ну давайте. Все, лады, посмотрим. Как? Бабушка приехала. Бабушка приехала? Ты ее встретил? Юрец, выпрыгни, пожалуйста. Помнишь, 50 выпрыгов с махами руками, так, разогревочные, пам-пам-пам. Да-да-да-да-да, 50 раз. Раз, два, три, четыре. Бабушку ты встретил? Да. Молодец. Она счастлива? Ты какие-нибудь кульбиты, трюки показывал? Свой козырный шпагат показал бабушке? Шпагат со стойкой на руках с выходом в мостик. Да, просто. Я просто сидел рядом с бабушкой. Не до шпагатов. А я показал, бабулька пришла, бах, стойку на одно, колесо на одной руке, раз, тут же в шпагат, тут же в мостик, потом тройное сальто. Она говорит, ну чё, не ушибся, иди лучше пирожок. Иди лучше пирожок, ну чё, хорош ты из шпагата крутить, да, там сальтухами. Кирюш, матушка, справку вы сделали? А в воскресенье только. Будет в воскресенье справка готова? Нет, в воскресенье. А, вы пойдете, да? Да. Все понял, хорошо. Помнишь, да, спину также. Не, ты аккуратнее, не торопись. У нас клуб, в общем, это. Клуб выздоравливающих у всех. У кого-то спина, у кого-то нога, у кого-то рука. Ну и поправляйтесь быстрее. У кого-то сердечные, умственные переживания. Там, а вот есть, например, предмет, есть. Преподаватель. Что-то преподавателем общий язык я не могу найти. Как же быть? Наверное, мне краеведение не нравится, да? Или ОБЖ. Или русский язык. А ОБЖ как переводится? Это обеспечение безопасности. Жизнедеятельности, да. А мне брат рассказал, бежи, брат, бежу. Как? А мне Саша брат рассказал, бежи, брат, бежу. Бронежоп? А бежи, брат, бежу. Ну, это неправильный перевод. На самом деле, это вот как Сергей Сергеевич сказал. Огнежоп и бронежоп. Да, ребята и девчата. Так, план действий таков. Хорошая разминка. Хорошие... Спокойные... Показатели в ловкости, силе и гибкости. И опять в спокойном режиме для себя проходим кто-то соревнования, кто-то борьбу, кто-то силовую часть штанги, гантели, гири или элементы. Все, порядок и дисциплина, да? Все четко, спокойно. Юрец, ни за кем, не торопись, делай сам. Все торопятся, делай сам правильно. Вот я, кстати, часто привожу разных ребят или девчат в разных примерах. Например, Юра. Часто расстраивался было, да, что он не успевает. Кто-то быстро делает, а Юрец такой грустный. Ай, что-то я не успеваю. А потом раз, за одну тренировку 190 раз там столько подтянулся. Да, Юрец какой там рекорд дикий установил. Не помнишь? Какие-то за 100 раз. Просто подтягивался, подтягивался, подтягивался. Плакал, переживал, но подтягивался. И так круто это было. А потом бах, опять лето прошло. Как? Лето прошло, Юрка там бабушкиных пирожков наелся и стал грустным. Или Дамир. Вот когда может, да, когда захочет дисциплинировать, так элементы прут, всякое там просто, просто ураган. А потом вдруг захочет забаловать и уже по-другому происходит. Или Кирюха. Не, ну сейчас про Диану разговор-то дойдет.
То есть вообще она поражает своими показателями. Кирилл, да? Борется все крутить, вертеть, все может, а иногда вдруг, ой, что-то я хочу быстрее домой. Начинает придумывать причину, как бы, то есть хочу, да, то там еще пить хочу. А потерпеть не учили, что ли, брат? Ну а так как Диана девочка среди нас сегодня одна, тем более похвалить надо, да, что занимается, делает. И, кстати, ничуть не хуже, чем ребята. Представляете, какая штука? Пусть по элементам она и не хочет делать какие-то, но физические показатели ловкости, выносливости очень хорошие. Поэтому... Можно мне сегодня лесенку сделать? Лесенку? Вот прям ты сначала погоди, давай разминку доделаем, а потом пожелания я ваши рассмотрю. Всякие желания, пожелания, какие просьбы, может быть, посмотрим. Ты сегодня носки одинаковые одел? Да. Молодец. У тебя, Юрец, носки сегодня одинаковые? Да. Да, тоже молодец. Мы с Сергеем Сергеевичем будем репетировать вот здесь. Ну, сейчас, когда все разомнемся, там покрутим, поверьте, всякие репетиции. Вы, пожалуйста, особо прям не шоркайтесь, ладно? Можно какие-то там много разного поделать, элементы, маты постелить, попрыгать, там сальтурку попрыгать. Можете застелить мягким полом, полностью матами здесь, все полностью. И полосу препятствий? Можете полосу препятствий делать, лесенки, да. Сейчас вы разомните хорошо, и потом, Дамир, слышишь меня? Вы прям матами можете застелить полностью здесь все, вот эту часть. А здесь там Сергей Сергеевич... Как? Да и под турники застелишь. То есть у вас будет матами все застелено. Это в том плане, чтобы вы сюда меньше приходили, чтобы палки, мы светящимися палками будем репетировать. Чтобы не... А потом вы заходите и покрутите. Все, прокашлять. Платочек есть с собой? Платочек есть? Салфетки? Выспавьтесь. Чувствуете, да, где-то сопли пошел, выспавьтесь. Запершило, прокашлялось, да. Попил водички, что там хлебами по Дамир. Юр. Дамир. Большой вдох на два прыжка, задержка на два прыжка, выдох на два прыжка и опять задержка. Что дальше? После выпрыгов сейчас махи ногами делай, так как у тебя со шпагатом сейчас будем аккуратнее, тебе надо, тихо, не валяйся, Дамирочка, не надо. Лучше восстанавливаться вот так. Да, так делаешь. Раз, два, три, четыре. Прям можешь, например, вот так делать. Вот тут вот это. Тянется? У меня вот на тазобедренных суставах нельзя, а вот тут бы. Я, например, когда горизонт делаю, вот. У меня они вот такие вот согнутые. Мне вот, надо вытянуть. Смотри, вот для этого это делается вот такое действие. Смотри, вот так. Бери ногу, и вот здесь почувствуешь, как ты ее тянешь. Вот так берешь, и ты прям чувствуешь, как ее тянешь. Да, да, то есть тело. Смотри, какая штука. Плюс от этого упражнения. Во-первых, равновесие научаешься делать, выстраивать. Хочу вот. Просто... Вот смотри, вот так это да, да, да. А вот если ты берешь, ты можешь даже наклониться к ноге.
Потом подняться, 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 опа, подняться. Оп, да, и балансировка. А вот если вот это выпить? Старайся. Тоже, Юрец, давай в темпе доделывай. То есть надо стараться всякие такие штуки делать. Дамир, сейчас растяжка. Ты ноги, у тебя надо растянуться. Надо сделать 100 раз. Махи ногами. Вот так, да. Именно тянешь ножки, старайся прямые. Прям вот прямые, чтобы вот здесь у тебя растягивалось. И потихонечку, если будешь делать еще боковые такие движения, ты потихонечку будешь тазовые кости таза. У тебя будут они больше укрепляться, разнообразие пойдет. Движение. Хорошее для растяжки вот такое действие еще. Посмотри, пожалуйста. Вот так ты садишься. Вот так ножки делаешь. Потом берешь наши любимые, но не очень, да, любимые. Одну ножку вытягиваешь. Вот здесь опять тянется. Здесь 90 градусов. Да, протянул. Да. Можно даже посмотреть, Дамирчик. Раз. Вот так. Сделал. Кирюх, тоже давайте быстрее допрыгивайте. Протянул. Вот так тоже не забывай, Дамир. Ты же, например, когда будешь горизонт делать, аж тело вот так устраивается. То есть не забывай ножку вот сюда уложить. Я понимаю, вот как на таком шпагате коленкам. Так ты выведи спокойно. Вот сейчас смотри. Вот ты так сидишь, да? Посмотри на меня, пожалуйста. Вот ты сидишь. Сейчас приподнимись и вот эту коленку разверни сюда в сторону. Так, теперь поверни. Да, все. Вот смотри. А теперь аккуратненько. А у них еще вот тут. Погоди, 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 всему свое время. Всему свое время. Ну, а ты говоришь, видишь, все четко. А что? Ну. Вот читаешь? Ну, практически, да. В идеале, конечно, лучше было бы, если бы было вот так. Это было бы лучше, если бы прям четко сел. Вот. Но так как такого нету, такое тоже можно делать. Просто балансировку даже держать. Это очень хорошее укрепление. Потом смотри, что еще для растяжки. Вот такое действие подел. Например, Юрец звонкий ты себе квадратик звонкий выбрал. Барабанный. Смотри, Дамир. Вот такое действие. Аккуратно, аккуратно надо делать. Ну, смотри, какая штука. Если, Диана, помнишь, да? Подъем ног. 50 раз налево, 50 раз направо, 100 раз общее. Смотри, какая штука. Это прямо чувствую. Живо, да, такая? Вот только таким упражнением ты гибкость не улучшишь. Вот только таким упражнением. Должен быть набор разный. Как разный набор подтягиваний, чтобы увеличить количество подтягиваний. Если у тебя ноги прямые, Кирюх, ноги прямые, да, в темпе. Поэтому здесь надо разнообразить. Вот ты делаешь вот так, вот переверни вот сюда, протяни. То есть должно быть разнообразие. Обязательно должно быть разное количество, да, разные варианты действий. Юрец, устал? Терпи, терпи, братан. Или тебе везде звонкие квадратики достаются. Все? Но ты мог бы хорошую дробь какую-нибудь делать. Потом еще смотри, простой. Ну, пока же батя попросил шпагат не качать. Давай, может, вместе сделаем? Садись, садись. Ноги вместе сделаем. Кирилл, ну давай сестру не отвлекай, быстрее сделайте, к нам присоединиться на растяжку. Ноги сделал, да? Теперь тянешься. Но смотри, можно не просто как бы тянуть тело, а старайся еще ноги поднять вверх. То есть ты еще стараешься, да. Теперь наклоняешься больше и так же. Упор руками, ноги вверх ставишь, то есть поднимаешь. Очень хорошо будет напрягаться живот. То есть очень хорошо живот напрягается. Потом, например, чуть-чуть раздвинул, чтобы у тебя, получается, можно было бы вот так вот залезть, лечь сюда. Чуть-чуть. И стараешься теперь головой коснуться пола. Тянешься. Да, коснулся и держись. Зафиксируйся там. Потом, что можно еще сделать? Взять себя за пятки. Не валяйся. Взять за пятки и потихонечку вот так подтягивать к одной ноге и к другой ноге. Ты получаешь. Ты только сейчас носочки надо натянуть на себя. Да. Тянешь к одной ноге себя. Руку. Да. И к другой.
Чувствую здесь вот под коленкой, да, они тоже протягиваются. Быстрее давайте доделывайте на растяжку. Теперь таким же макаром за пятки чуть ноги пошире сделал, чуть-чуть. За пятки себя взял изнутри и подтягиваешь опять, только теперь не в дуге спина скривлена, а больше прямо и тянешь себя лбом так же, чтобы коснуться. Поехали, делай. Тоже там садитесь везде. Получилось? И смотри, надо зафиксироваться. Надо зафиксироваться. Давай, Дамир. Давай. Взялись изнутри, за пяточки, изнутри. Старайтесь ноги вытянуть, Кирилл. Ноги вытянуть. Давай. Ты сначала сделай так, потом это сделаем. Давай еще раз. Раз, два, три. Постарайтесь подтянуть себя лбом до пола. Это очень трудно терпеть. Но хотя бы как вот есть там спина, чуть-чуть кривая, может быть, ничего страшного, надо потерпеть. Молодцы. Умница, Юрец, давай в темп. Теперь смотрите, ножки сделайте вместе. Левой рукой за правую коленочку, да, спинку прямо. И прокрутитесь, посмотрите за свою спину, да. Ноги вместе, Кирилл, да. Потихонечку. Утром так. Да. А сейчас уже нет. Ну ты же двигался в течение дня. Сделали. С утра это вообще классная тема, так сделать. Даже с утра, смотрите, какая, много раз показывал. Вот вы просыпаетесь, неважно, на боку, как вот на спинку перевернулись. Вот так ножку взяли, оп, протянулись. Подогнули к себе, оп, протянулись. Оп, и встали. И спокойненько по делам там по утру. Это самая вообще четкая, пятисекундная, крутая разминка. Сделали, да? Теперь смотрите, еще один момент такой, очень важный. Это тоже на растяжку. Ножки поставили. Я забыл, ты забыл, как ноги ставить. Я когда вот такое делаю, если я на одну сторону долго вот так поворачиваюсь, то у меня вот эта сторона начинает болеть. Прокручиваю на другую, все правильно. Смотрите, правая нога, левую. Давид, сделай так. Сделай так, делай. Успокойся. Кирилл, другую руку. Другую руку за коленку закинь. Вот ту руку закинь за коленку. Нет, другую руку. Левую руку закинь за свою ногу. Левую руку. Где у тебя левая рука? Левую. Закинь за коленку. Вот так. Локтем. Да, еще больше. Туда. За лоб. Нет, за коленку. Да. Прокрути. Вот, молодец. Дамир тоже. Да, другую руку. Да. Вот нет, все правильно. Стоп. Нет, дай ту. Стоп, спину прямо. Да, тихо. Спину прямо. Вот здесь, вот так вот, бедро протяни. Нет, другую руку. Ногу за колено. Да, к бедру протяни. Я ерунчу, все ребята, блин, все не так сделали. Протяни спину прямо. Терпим, сделали. Туда прокрутили, терпим, равновесие. Вот все сделали не так, как я протянул. Смотрите, задача, вот вы взялись вот в это положение, сейчас я вам показываю. Ручку к бедру протянули, вот здесь начинает прям натяжение по спине. Туда прокрутились, вот туда. Смотрим. Как он смотрит в эту сторону? Вот положил, как у тебя. Ты положи ее спокойно. У вас просто... Ты можешь положить. Нога вот в эту сторону. А, так... Вот, и ты так же вдоль, да, вот все, ты так же вытянул ее, вот так же. Вот это у меня лежит нога, вот тут и вытянул точно так же. Просто я беру и локтем, оп, протянул, пузом, вот, да, и смотри в ту сторону. Юрец, да. Спинку выровняйте ровно, чтобы вы не завалились вперед-назад, прям ровненько сделайте. А попробуйте теперь рука, которая на полу, туда дальше заступить этой. Да, еще больше прокрутитесь. Прям прокрутитесь. Молодцы, смотрите, и умницы. Теперь из этого положения, вот я освобожу пока, без лишних дерганий, смотрите, что я сделаю. Да,
Попробовали, аккуратно. Крутись, ножку загибай. Да-да-да, молодец. Юрец, давай, коленочку, молодец. Все, и теперь поменяли другое положение, получается. Нога, рука. Сделай. Бедро смотрим туда, за спину. Да. Рукой больше, диафрагм больше локтем, да. Кирюха, да, смотрим, Давид, протянули. А теперь смотрите, фокус какой я сейчас сделаю. Вот вы так сидите и попробуйте изобразить такую штуку. А. Вот так. В замок взять. Всем видно? Я руку просунул под ногу. И погоди, сейчас я не вижу. Все сначала сделайте, зафиксируйтесь, потом я посмотрю. А как вот так вот? Наоборот. Вот так, да, все правильно, да. Да, Юрец, нет, не изнутри. Вот отсюда, снаружи засунь, только другую руку надо засовывать. Да, нет, сверху засунь ноги. Да, засовывай. За спину заводи ее. Засовывай. Да, заводи. А как? Вот смотрите. Да? Дамир, погоди, иди сюда. Нет, стоп, я не понимаю. Погодите, смотрите. Да? Вот как вы, Дамир, подойди, пожалуйста, сюда. Вот смотрите, мы сидели как, да? Вот у нас одна ножка впереди. Вот та, которая нога впереди, мы руку противоположную, помните, ложили? Да. Вот эту руку, смотрите, Дамир, присаживайся. Вот смотрите, вот эту руку, которую она лежит, вот так ее сделайте. Да. Вот теперь просто беру и вот сюда, да. Завел. Вот просто заводите, смелее. Да, но тебе надо дотянуться. Понимаешь, какая штука? Вот вам надо плечом лечь на коленку. А теперь смотрите дальше. Плечом я лег на колено, подмышку, я коленку подмышку засунул. Вот видите, рука вот здесь, здоров. А вот этой рукой, которую мы раньше за спину делали, вот я и взял и зацепил замочек. А теперь выровняйтесь. Это йога, да, это крутой уровень гимнастики. На самом деле название федерации звучит полностью. Федерация воздушной силовой атлетики и спортивной йоги. Если вы посмотрите соревнования по спортивной йоге, они делают на время статические упражнения. Представляете, крокодильчики, горизонтики, стойки на одной руке, они там закручиваются просто вот узлом. Так тоже можно, но надо... Сейчас, погоди, сядьте, пожалуйста, в это положение. Давай, Юра. Вот сюда, ручку вот сюда. Тихо, засовывай, да. Засовывай. Вот тебе надо, да. А вот этой рукой, смотри. А вот эту ручку, погоди. Вот так у тебя будет. Либо другое положение. Ну-ка, Диан. Нет, разворачивай. Где, стоп, ноги закинь. Вот этой рукой. Вот сюда, прости, вот сюда. Оп, вот тихо. Эй, здоров. Да, только тебе на спину выровнять. Она сделала. О, круто, да? Вот, это спина. А у меня рука вот, она не может. Стоп. Черт, видишь, тихо, накрути. Ты сядь удобнее. Вот так, сядь. Да, смотрите, вот, есть. Вот эта рука. Нет, вот эта рука. Дамир, погоди. Да, Опа, тихо, смотрите, красавчик прям. Тихо. Так, стоп. Смотрите, 5 минут перерыв, штаны почистить. У кого проверьте, кто пришел, иди почисти штаны. 5 минут перерыв, попить, умыться в туалет. Кирилл, на тебе тряпочку. Помнишь как? Тряпочку намочил, выжил штанцы, потом еще раз выжил. Давайте перерыв. Дамир. Можно мне сейчас к лесенке перейти? Погоди, сейчас. Мы растянулись, да. Сейчас будет лесенка. У тебя воду будешь пить? Нет. Сейчас будет лесенка. Мы сейчас только сделаем. Бери стоечки, вот эти две железные. Сейчас будет подтягивание, конечно, а ты что? 100%. Погоди, вот эти будут подтягивания. Да, самые простые будут. Смотрите, друзья. Смотрите, задача какая. Что надо будет сделать? Не совсем, а ноги будут. Кирилл, только не бегай. А это еще сложнее. Ну, как бы здесь это будет поровнее, мы так сделаем. Смотрите, пожалуйста. Без нарушения правил выполнения. Легли. Ножки положили. Да, прям ножки бедрами надо прислониться.
прям бедрами, Дамир, да. Поставили стоечку, максимальный широкий хват. Поставили стоечку, получается, вот мы на уровне лица там или вот так вот горло, груди. Еще чуть-чуть, да, надо подвинуть? Это мелкому. Это к мелкому? Там слишком низко будет, мне кажется, да. И потом просто берете и грудью коснуться. Я буду пытаться делать это. 20 раз надо сделать. 20-19. 20-18. Это будет сначала 20-ку. Давай, прям грудью коснуться. Ты тоже ее лез под это, под маленькую? Дамир, подвинься чуть-чуть к стене, пожалуйста. Дамир, чуть к стенке подвинься. Не, чтобы рядышком всем было вам удобно, да, и Юрец. Сейчас, погоди, стоп. Стоп, Ю, отойди к стене. Отойди. Диана, отойди, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай. Ждите очереди, быстро. 20 раз одни сделали, отдыхают пока. Потом 20 раз Диана, Кирюха делают. Пока, да, Мирчик, да. Вот смотри, куда ты пошел? Подошел, чтобы ручки, смотри. Протяни. Погоди, мата, погоди. Не нарушай дисциплину, пожалуйста. Вот поверь, будет проще. Протянись, жди очереди, как бы, протянись. Сейчас быстро они освободятся, и начнешь тоже быстро сделать. Пока знаешь, как можешь, что можно сделать? Сейчас я хочу так вытрясти. Юрец, давай, терпи. А куда? Что ты с мячом? С мячом? Да. Ты можешь пока в ожидании подбрасывать его. Вверх бросать и ловить, да. Дамир, пойдем. Тяжело, что ли? Держи. Пока ты ждешь очередь. Колесо. Все можно? Сейчас нам надо подразмяться, все сделать четко. Я знаю, я верю, что ты спокойно, но я тебе еще как бы подсказываю по-братски. Типа, будь спокойнее, чем ты спокоен. То есть еще спокойнее спокойного. Мега утро бутер собрано. Сейчас все будет. И сальто, и морталька, все будет. И даже сальто-морталька будет. Сальто-морталька. Это так элемент называется, один из элементов. Сальто-морталька. Как? Ну это по-французски, по-цирковому. Сальто-морталька. Кувырок в воздухе. Дамир, 18, помнишь, да? Хватит пашка. Ну в принципе, ладно, можно хват менять разный. Сейчас вы доделаете, потом выстилаете маты, как вам надо, сколько надо, и все, понеслась. Что вам надо, то делаете. Диан, ты можешь, если освободился, можешь тоже делать следующий, 18 раз. А, Юрец, ты? Диан, иди там на колесо, иди. Иди на колесо сюда. Давай, Юрец, 18 раз твои. Вот еще турник освободился. Да, пока ты терпи, турник освободился, ты можешь идти доделать, добить. Спокойно. 16. Сейчас быстро это делаете лесенку, силовую часть, и все. И все прямо как надо. Освободился, сразу делаешь. Ты сначала так.
Здесь это, здесь колесо, это знаешь, это просто так, чтобы не стоять. Колесо это скорее потом всего. 17. Там потом 18, да, потом 16. Всякий такой, да, Мир? Сейчас будешь наказан, братан. Теперь колесо взял, здесь колесо, ты что, да, протянулся колесо. Сейчас вчера что-то сделаешь, колесо, то, что не надо делать. А. Ролик делай, конечно, да, ролики поделай, мячик побросай. Я поджимайся. Вам надо доделать силовую часть, конечно. Может подтягиваться? Нет, подтягивайся, ты вот там подтягиваешься, тебе там подай. Здесь не надо, к грудникам не подходи. Юрец, иди доделай. Да. Да, Мирчик, мячик побросай, ролик поделай спортивный. Ну сейчас уже освободились. 14. Просто лишней суеты не наводи, и все. И все будет четко. Мячик можете побросать, да, как бы это, друг другу. Только вы делаете так, чтобы не мешали друг другу. На ролике Диан поделай, на ролике обалденные упражнения. Просто с коленок можешь сделать. Очень хорошо для живота, для спины, для рук, для груди, для ног, для всего. Сейчас, да, Мирчик, погоди, погоди. Гильки возьми, отожмись, присядь. Мячик возьми по это, с мячиком что-нибудь поделай. Так, Серег, всех записал? Да. Было бы у нас больше стоечек, было бы как бы побольше бы здесь. Мне смысла вас сейчас нет на турнике отправлять, потому что на турниках вы будете делать... Вы здесь-то не совсем правильно делаете. А мне хочется от вас увидеть четко собранные. Тоже неправильно. А, ты торопишься, тебе надо напрячь ноги. Это знаешь... Ты бы мог бы сейчас имитировать подтягивание в переднем висе, да, Мир, прикинь, если бы ты правильно делал, ты бы сейчас бы выпрямил бы тело и прям вук, как в переднем висе, представляешь? Вот сколько тебе осталось по счету? 14? 10. 10 уже осталось? Вот попробуй 10 раз сейчас сделать, как будто бы делаешь ты передний вис, висишь, уровень-то у тебя хватает по крышечке, ты представляешь, ты прям широченным хватом прям вук, Кирюха бы попробовал и другие бы попробовали. Так, Сергей Сергеевич, я пока... Видео оборудование настрою. Первая тема. Тут покажем статические упражнения в проеме. Старые добрые в проеме упражнения. А, ты смотрел такой фильм «Колония» с Жан-Клодом Ван Даммом? Не смотрел? Ладно. Посмотри. Там Деннис Родман еще снимается. Это баскетболист, он волосы всегда себе красил в разный цвет. Негр, негр, баскетболист. Он в то же время, что Майкл Джордан играл, только он волосы красил все время. Желтым, зеленым, такой он, НБА. Крутой, крутой баскетболист. Двухметровый Деннис Родман там. Прям вот такой вот. Вот, Дамир, только выше, братан, и руки шире. И ножки вместе, и носочки натяни. Вот это было бы четкие подтягивания, передневисовые. Понимаешь, как можно затруднить для себя? А потом, представляешь, кто-то там только рассказывает, а потом ты берешь, как бах, как сделал, и все скажут, вот это да. Вот это Дамир Дамирович дает. Аккуратно, братан, молодец, жару. А в строгую стойку... Отдохни, да, конечно же. Пока вот это... Только смотри, не валяйся отдыхать, а веретенышко поделай. Отдыхать так это дома. Ты целую неделю отдыхал так дома. И ты ж так хотел в зал, да, Мир, братан? И тут бах, до зала дорвался. Или ты хотел элементики поделать? Сейчас поделаешь. Ты что, думаешь, я тебя ну, как-то обману, что ли? Я хоть раз кого-то обманывал. Я только врагов могу обмануть. Сказать не те координаты? Ну, специально как-нибудь вести в заблуждение. Они же враги. А вас-то я братьями считаю и сестрами. Зачем обманывать?
ботинки. Да, бутики. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Так залезать опасно, да. Юр, можно постоять, и то можно кувыркнуться, и нога там может застрять. Аккуратнее, пожалуйста. Амир, груди касайся. Угу.